Спортсмены показали отличный результат в своих весовых возрастных категориях. В весовой категории до 40 килограммов первое место занял победитель первенства России 2023 года Федор Колесников. Среди девушек в весе до 45 килограммов Милена Лазарева провела 3 поединка, в которых одержала победу и стала победителем турнира. В этом же возрасте Ангелина Сирушкина до 55 килограммов также провела 3 поединка, в которых одержала победу и принесла команде ленинск-кузнецких спортсменов золото. У серебряного призера первенства России Кирилла Мананникова в весовой категории до 40 килограммов золотая медаль. Среди девушек категории до 45 килограммов победителем стала Дарья Холодная. В абсолютной категории свыше 55 килограммов выступала Анна Воробьева. В 2 поединках одержала убедительную победу. В финале уступила спортсменке из Новокузнецка и в итоге заняла 2-е место.